Сильный ливень много неприятностей доставил и бендерам. Очевидцы целый день делились в соцсетях видео затопленных дорог, улиц и дворов. А вот что увидела в городе наша съемочная группа. Бендеры – торговый центр «Виктория». Парковка недалеко от центрального рынка. Каждый раз в сильный дождь здесь разливается свое собственное море. Правда, вместо кораблей и лодок плывут по нему автомобили и велосипеды. Я только что там на машине застряла, а выехать оттуда нереально. И что делать? Ну, объехала через двор. В принципе, там же мы нарушаем, нельзя во двор заезжать, если мы там не живем. А приходится, потому что невозможно проехать. Машина получит гидроудар. Пешеходы, кажется, уже к такой картине давно привыкли. Молча снимают обувь и переходят дорогу. Чтобы оказаться на параллельной улице, бендерчанам нужно преодолеть настоящее дождевое море. Когда проезжают машины, даже волны есть. Вы только гляньте, сколько воды. Кому как, а детям бендерское море только в радость. Они даже выходить на сушу не хотят. Почему так много воды, знают даже школьники. Потому что застаряются эти ливневки, и поэтому все это поднимается вверх. Тут было еще глубже, тут машина вообще застряла. Ливневки сегодня не справились и у торгового центра «Элит». Десятки троллейбусов здесь стояли около 3 часов. Пассажиры ждали до самого обеда, пока не ушла вода. Те машины, которые были ближе к перекрестку, их отталкивали назад, потому что вода постепенно поступала сюда, и они тонули. Движения не было, да? Нет, нет. Мы имеем право двигаться только если вода достигла 15 сантиметров. То есть, а здесь намного больше. Чтобы вода быстрее уходила, водителям и кондукторам пришлось руками разгребать мусор в ливневках. За летний сезон, рассказывают они, это уже распятый. Мы чистим ливневки здесь, на Лазо, чистим ливневки на Юбилейном. Вот я мокрый до сих пор, еще не выжатый, не это самое. А кто будет это делать? Городские службы с этим не справляются. Коммунальщиков мы застали на бендерском восстании в районе Римзавода. Здесь затопило и дворы, и дорогу. Ливневки забились мусором и листвой. Пока их расчищали, движение перекрыли. Много воды здесь было? Мы не знаем, только подъехали на помощь ребятам. Ну вот, по забору видно, где мусор, воды много было, где-то, может, метр. Дожди сегодня прошли по всей республике. По Рыбнице ливень ударил ночью, в Григориополе и Дубасарах шел в течение всего дня. У людей потопило дворы и палисадники. К примеру, на одной из дубасарских улиц лужи были почти по колено. На выходные синоптики обещают солнце и жару, так что наши местные мини-моря скоро должны высохнуть. Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.